Что хотят высшие силы вам передать? Смотрим на Таро ангелов. Что хотят передать? Ну, сейчас у вас, девчонки, как-то все будет ускоряться, убыстряться. С огромной скоростью будет меняться ваша реальность. Возможно, даже кто-то куда-то будет переезжать, поменяет место жительства. Что говорят? Говорят, что работы будет очень много. Это хорошо, что вы становитесь мастером в каком-то деле, и что денежка будет, за денежку не переживайте. Но придется, конечно, много потрудиться. Какие-то решения нужно будет принимать с холодной головой, без эмоций. Я бы даже сказала, решительные какие-то действия, не только решения. Энергии такие. Ну, в принципе, все будет очень даже интересно. Почему? Потому что шанс дают вам потрясающий ту жезлов и в работе, и в отношениях, страсть, огонь. Все, что вы делаете, должны, знаете, вот вызывать очень благоприятные эмоции и чувства, тогда все будет получаться. Ну, конечно, все будет получаться. У нас еще двоечка кубков идет, у кого-то, девочки, встреча. Понятно, что расклад общий, всем он не подойдет, уже буду это проговаривать. Но если вы без отношений, то, конечно, тут будет любовь любовная. Угу. Что еще говорят? Говорят, ну, вам, девочки, нужно перестать, знаете, быть в таком состоянии, какое-то напряженное такое, вы все время чего-то боитесь, что вас кто-то подставит. Конечно, будет исполнение какого-то желания, то есть со страхами побороться надо. И идете вы в девятку пентаклей, то есть тут, знаете, вот состояние полного удовлетворения. Ну, давайте еще немножечко обнуление. То есть вы идете в новое, шагаете в неизвестность. У вас действительно никакого груза прошлого уже нету. Знаете, как говорят, собака гавкает, караван идет. Возможно, кто-то там вам будет палки в колеса вставить, да, кто-то будет мешать своим гавканьем, но вы все равно не обращаете никакое внимание на других людей. Много завистливых, много конкурентов, да. И опять-таки показывают мужчина, который будет непосредственно с вами, девочки, это король кубка, вы очень открытый, эмоциональный, очень такой любвеобильный, будет очень круто ухаживать, дарить подарки, приглашать на свидание. То есть, девчоночки, тут прикольно. Но вам нужно что сделать? Встать. Вам сейчас удобно быть в каком-то подвешенном состоянии, вы немножечко висите, немножечко, знаете, как уже длительное время, кстати. Висим. Ну, в принципе, на этом будем заканчивать, потому что у нас выходит десятка кубков. То есть вас ждет огромное счастье. Вы, девочки, должны только позволить этому счастью прийти к вам. Да, нужно немножко времени выйти из состояния жертвы, из состояния повешенного, когда вы висели, ничего не делали. То есть вам дают время на восстановление себя, на, знаете, такое состояние умиротворения, да, когда внутри хорошо и снаружи реальность хорошая. То есть контроль эмоций, контроль мыслей, и вас ведут в огромное счастье, в полное такое, знаете, удовлетворение. Это же прекрасно. Все, всех обнимаю, давайте пока-пока.